Итак, битва за дешевый аквариум, или сокращенно БЗДА. Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и, конечно, случайные зрители. Я рад приветствовать вас на канале Пар. В этом видео мы запустим аквариум. Сразу скажу, что изначально планировалось другое оформление, то есть это черный грунт, дерево зеленое. Но, увы, дешевый черный грунт найти не удалось, и вся идея рухнула. Что из материалов обошлось бесплатно? Ветки средних размеров, камни и песок. Конечно, все, что принес с улицы, как следует обработал. Камни изначально отстаивал в белизне, песок и камни также обработал высокой температурой в духовом шкафу, ветки очистил от коры и прокипятил в воде с солью. После этого можно считать, что песок, камни и коряги готовы к оформлению. Признаюсь честно, долго думал над оформлением. Конечно, чем интереснее дизайн, тем дороже оформление. Однако упирается все не только в дешевизну, но и в еще два таких вот фактора. Это сама форма аквариума и его будущие обитатели. Данный аквариум очень узкий. Чем уже аквариум, тем меньше возможностей для творчества. Но с другой стороны, в аквариум можно опустить и одну корягу. Без ничего. И он может прекрасно смотреться, но это надо быть большим-большим профессионалом. Что касается будущих обитателей, особенно это касается в первую очередь аквариума первого и когда не набиты руки. Не рыбка подбирается под дизайн, а дизайн под рыбок. По крайней мере, пока не наберется опыт. В дальнейшем, конечно, это утверждение можно перевернуть с ног на голову. Другое дело, когда аквариум офисный и за ним ухаживают и оформляют его профессионалы. В общем и целом, я решил разделить аквариум на две, так сказать, зоны. Зону зеленую для креветок и место для плавания аквариумных рыб, которых мы, кстати, скоро уже будем подбирать. Что пришлось купить? Грунт 50 рублей за килограмм, итого 3 килограмма ушло, 150 рублей. Но на самом деле я его покупал, когда еще был снег, сейчас в принципе снег растаял, можно было сходить на речку, он собирать и так. Растение, понятия, кстати, не имею, как оно называется, возможно, вы мне подскажете. Я купил чудо-китайские семена за 39 рублей на одном из сайтов или AliExpress, или Pandao, точно не помню. Несколько месяцев назад просто это дело было, и они потихоньку росли. Даже не все семена использовал. Они потихоньку росли, и вот в итоге получилось то, что получилось. Но за это время я немного с ним познакомился, с этим растением. Оно неприхотливо, очень быстро разрастается по всему аквариуму. У него достаточно пышные крепкие корни. И по этой причине я не буду слишком много его засаживать в нашей, так сказать, зеленой зоне 30-литровом аквариуме, потому что я так предполагаю, то, что через пару месяцев оно все зарастет просто-напросто. Последнее, что я купил для этого аквариума, это компрессор. Для 30 литров не нужен мощный. БУ компрессор на Авито 150-200 рублей. Мой за 200, кстати. Итог к нашим 349 рублям добавляется 150 рублей за грунт, 200 за компрессор и 39 рублей стоят семена растения, того, которого вы видите сейчас на своих экранах. Итого у нас уже 738 рублей потрачено. Как говорил ранее, наш лимит 1000 рублей. Остается еще 262 рубля. Возможно, именно эти 262 рубля у нас уйдут на рыбок. Ну и также посчитаем креветок, потому что креветок я туда буду однозначно запускать, потому что изначально эти 30-литровый аквариум я планировал запустить именно для креветок. Но все-таки хочется туда посадить и рыбок. Креветки черри,
самые простые, не следил за ними, не отсеивал, чтобы они были супер ред, красные и так далее. Такие креветки сейчас стоят по 10 рублей за штуку на том же сайте Авито. В общем, лимит у нас еще остался. Возможно, у вас есть какие-то идеи кого-то запустить, пишите в комментариях. Буду очень рад почитать ваше мнение по этому поводу. И уже выберем, запустим каких-нибудь рыб.
наше видео к концу. Аквариум запущен. Осталось подождать примерно 5-7 дней, и можно запускать рыбок. Этим мы и займемся в следующем видео. Запустим рыбок, сделаем фон для этого аквариума. Но до этого я вам покажу еще один свой новый аквариум, который мы также будем запускать. Но в запуске нового аквариума я уже не буду скован битвой, и поэтому дизайн будет немножко, конечно же, посложнее. А на этом у меня все. Всего вам доброго и до новых встреч. Пока-пока.